Полис, как же ты, блин, долбишь по клавиатуре? Полис, как же ты, блин, долбишь по клавиатуре? А что, я выключил за фильтр? Ну, прям долбишь. Только долблю и только в тебя, понимаешь? Ну и спрашивал скрипт. Крисп, точнее. Что значит, блин, не восстанавливается? Вот что это значит. Вот же сенсно, что значит не восстанавливаться, если тебе интересно. Где звук игры? Who's there? I think the law's on us. Nothing. I guess we're safe. Thank you.
something moved. Could be the law. Forget it. I was hearing things. Не выдерживает критику. Who's there? I think the law's on us. А нахрена ты развернулся? Вот внезапно ты решил развернуться, да? Вот не милости. Who was that? I didn't see a uniform. Forget it. I was hearing things. А знаешь, почему не выдерживает критики? А потому что у тебя вкачано только на 25% удар. Чё ты еще ты ожидаешь? Знаешь, что ты требуешь современный геймдизайн от игры 2000 года? Я понимаю, я поэтому её и критикую. Нелогично. Не, просто когда... Ну, для... Если я сравню игру с 2000 годом, да. Но я сравню ее с нынешними реалиями. И поэтому, ну, это когда... Правильно. Стенсон, я говорю не про 2000 год, я говорю про спор с Психи и Дентоном. Я не говорю сейчас, я не возвращаюсь в 2000 год. Пусть они мне не говорят, что игра идеальна, окей? Ну, на тот момент, на момент 2000 года, она была идеальной. Ладно, Стенсон, все. Я сейчас сраться, блин, еще... Нет, мне еще, блин, на Overwatch должно сил хватить на вечерний. А там Миша будет, так что... Я не в духе для этого дерьма. Ух ты, ёпта. А ведь и правда в топ-2. Найс когда-то в это. Мёртвый сайт, как бы, сори. Вроде как-то пытается оживать, но... Сейчас пока работа идет медленно, наверное. А видно будет. I saw somebody. Maybe just a homeless guy. Nothing. I guess we're safe. Сейчас типа сюда решил никто не идти, да? Amazing. I think we got an intruder. All clear. Забили. Даже трогать их не надо, видимо. Невозможно ничего с ним сделать. Не, ну я, конечно, еще одну вещь попробую. Которая работает через раз. Я думаю, что она и сейчас не сработает. Психа, понял, чат не читает. Его читаю я. Я читаю. Открыл на телефоне с горем полом. Окей.
Давай за мной. Что, психи, дай посмотрю, сколько у меня перца. Один. А их двое. Как минимум. Точнее, в этой зоне их трое. И что я буду делать? Перца хватит на взвод. Давай посмотрим. Бля, трое вообще круто гуляют. Стрит. Арсеном заканчивать. А тут Деус. Смотри, по Деус, точнее. I saw somebody. I saw someone, a guy in a coat. Nothing. I guess we're safe. Что так дернул резко? I think we got an intruder. Прошу прощения. Nothing. I guess we're safe. Вообще, если честно, Deus Ex — это прям великая серия игр. Даже вторая часть, которая для многих является очень спорной. Хотя лично для меня это довольно интересный проект. Пускай с многим количеством всяких разных обрезок и так далее, но в технологическом плане это была прям просто бомба. Так, ну первый готов. Сколько у меня осталось зарядов? Вон, 20. I think we got an intruder. Take him out. Обменим. Где он остановился? Серёж, хорош, ну правда. Что там, Серёга? Да он это, прислал скриншот с темным участком в Deus Ex. Спрашиваю, что веселее, уверю, дрожь ли это. Серёж, хорош.
Ой. Я что-то смотрю на чат и взрываюсь. Так. Тут-то я, типа, ну, даже если пройду, то что? Так, а есть ли толк? Я вообще в ту сторону иду или нет? Понял. Ну, а почему я ей управлять не могу? Я реально не понимаю. А смысл тогда мне, если... А, хорошо. Мне пострелять. А смысл я анлокнул эту панель? А, ну да. А, она только за ток отвечает. Так. А, да. Ну и нахрена она здесь находит? Нахрена мне этот ток? Хорошо, предположим, он что-то еще будет отключать. Да что еще? Что еще он может отключать? Камера работает. Тут все работает. Тут все работает. Смысл я отключал ток? Смысла нет. Ладно. Я не хотел идти этим путем, но придется идти этим путем. Помещается на инвентаре.
Ой, твою мать, что бросить? А у меня Андрюшка 2 сота занимает? Нет, спасибо. И чё? Ну и? Опа. Прыгну. Во. Я-то думал, он воду откачает. Ну ладно. Что-то мне подскажет, что сейчас будет очень-очень не очень. Как же в уши все звонит. Боже мой, какая какофония. Что ты делаешь, я не понимаю. Коби, ты что занимаешься? Что, опять молестишь детей всех вокруг? Да. Блин, ну тебе же сказали, что тебя убьют за это. Ты продолжаешь это делать. Понимаешь, что ну, как долго так не живешь? Какие противные звуки, боже мой. Потому что кто-то вооружился, сейчас будет ядрилово жестко. Ядрить будут станции. Дентон! Дентон, когда станет хотя бы хоть чуть-чуть полегче? Отвечу голосом. Тогда все будет. Я сам хочу вернуться. Тем более, что у меня все давно куплено и вроде как готово. Вернуться ну, куда? В Неверленд? Что? Куда ты хочешь вернуться? Ну, чат посчитай. Скорди, последние 3 сообщения. Последние. Здесь 8, можешь мне сказать просто. Сложно! Сложно! Я играю в игру сейчас, я не отключил Дискорд. Не открыт, но он не пролистнул конец. Короче, меня Дентон байтит на стрим по казакам, который я. На который я забил в 2017. Ты странный какой-то вообще человек. В смысле? Это казаки, надо играть. Ну да. Но мне сейчас не до казаков. Я помню, на какой миссии я остановился, по-моему, последняя кампания за англичан.
Вот, и на этом я дропнул, потому что тогда стримить на том компе было просто невозможно. Просто, чтобы ты понимал, у меня было 1075T Phenom. В сети 4 гигабайта DDR2. То есть это все грелось настолько жестко, насколько это вообще можно себе представить. Ну вот поэтому я тогда сказал, что я пока стрим не... нафиг. Потому что на таком компе не очень приятно. Сейчас у меня вот более-менее адекватно компьютер, нужно и продолжить. Плюс другая проблема. Сначала ее решить, а потом продолжу стримить. Я как бы сам хочу. Пару мыслей даже помню, что можно постримить. Это IGI второй на харде. Первый я проходил, говорю, только в 2017-18 на харде тоже. Без сейва практически, если считать начало игры. Вот там, конечно, была просто жопа. Самая настоящая. Абсолютно неадекватное дерьмо. Но только вспомни, какие именно, на каких именно казаках остановился. Потому что я помню, помню компанию, помню миссию. Но я не помню точно... последний был Корней или Европейский. Помню, что помню компанию либо за Англию, либо за Францию. Потому что Испанию мы проходили. Какую-то еще компанию мы проходили. Из пяти. И осталась английская компания, почти пройденная. Паравин спит на стрим, допустим, в который я вообще ни разу не играл. Пройти трибунал, волкун, скипнуть. Вообще неинтересно. Это вообще прям будет хорошо. Угу. Да, псих. Ее 15 раз банили. От 14 до 16. Я хочу бы, чтобы интерфейс был поменьше, потому что приличное количество экранного места. У меня? Да. Да не, нормально. Он где-то, ну, на 50% побольше, чем в Human Revolution. После Human Revolution он вытянут, а здесь он повышен. Психа, я скорее хорошо помню, сколько раз банили поинты, и потому что он прислал эти скриншоты и мне в личку, и когда я еще был в этой конференции предыдущей. Еще и сюда. Ну это было мега смешно. Ржомба. Ржомба, да. Надо пробраться до какой-то зоны, которая создает EMP поле. Интересно. А ты в этот в комнату с газом заходил? Сейчас зайду. О, ребята. Ага, здесь скорее всего выход. И после таких фраз Дентон, ты говоришь, что игра идеальная. Поинт, повторите в третий раз, она была идеальной для... Дай, да, я не с тобой говорю, Стэнс. Да мне поебать. Я тебе вот так отвечу. Ну ты мне тогда тоже поебать, что ты говоришь. Да я в рот вас всех ебал. Пульси не качат. О, артефакт. Аномалия. Я уж хотел был спросить, я надеюсь, что артефакт не этот, не графический. Да опять аномалия, ёб твою мать. Вот столько аномалий здесь повтыканы. Полиси, ты эти аномалии собираешь просто как артефакт.
ну вообще пиздец, честно говоря. Вообще из-за тебя страшно, ты меня заставляешь это делать. Я заставляю? Упаси Господь! Ну, сказал, ты виноват, я мол. Я просто нет во всех смертных грехах. А кто еще, Стэнсон? Ну серьезно, ты не выбор даешь какой-то? Сначала у тебя поинт был виноват, а теперь я полегче, ты уж определился. А куда это чел побежал? Не начинал, но все равно страшно. Прикол. Пет зачем-то начал войну в Украине. Я бы говорил, не надо, зачем тебе это, блядь. Политический стрим. А, хорошо. Тихо, а чё хорошо-то? Провтыкал мысль. Пора записывать коды на бумажку. Ну, тогда это было классно, сейчас это в такие ворота. Сейчас будут более современные в плане геймдизайна вещи. Например, на экране написать код. Как-то было хреново. Ой. А как они? Что они палят? Где? Что они палят? Я вот, кстати, не понимаю, это мод сломанный или поинт? Два сломанных пинта. А что они? Кого? Где они? Кого палят? Что? Тебя нашел вот этот челик, он повернулся и видит тебя периферийным зрением. Что непонятного? Психи, смысл в том, что у тебя пароли должны находиться все в гребаном одном месте. И они у тебя выписаны. То есть название ПК, логин, пароль. Название ПК, логин, пароль, там, пользователь. А у тебя они расписаны в больших сообщениях, и тебе нужно, блин, выуживать в этих сообщениях и перебирать. То есть у тебя тонна текста, в них, блин, запечатаны логин, пароль, и ты их, блин, как сито, блин, проверяешь. Зачем? Ай, блин, как же он игру эту хейтит просто. Хорошо. Потому что игра хорошая, Стэнс. Идеально, мне сказали. Я верю, безусловно. Нет, идеально, конечно, это перебор, но отличная, да. Отличная от всех нормальных, да, ты брал. Да, почему ты смотришь у меня по ней стрим? Почему ты сам в нее не играешь? А вот новые игры ты хочешь играть? А, Стэнсон? Я не вижу стрима. Еще раз? Почему вот в оригинальный Deus ты играть не будешь? А вот в новые ты играть будешь. И не хочешь, чтобы тебя их спойлерили. Оригинальные, мне кажется, лучше, чем все новые. Начнем с того, что я оригинальный проходил. Давай ты не будешь выебываться, хорошо? Так ты и ассасинов проходил. Вопрос был изначально в чем? Почему я не хочу играть в первый Deus, но хочу в этот? Потому что Human... Humankind, да? Нет. Human... Нет. Mankind Divided. Evolution. Да. Mankind Divided я ни разу не проходил, а все остальные части я как минимум играл. Как тебе такой аргумент? Ладно, засчитаем. Я не первый считаю, мне кажется, кто обосрался. Этот... Я, кстати, тоже так считаю. Пойнт, завали ебало, пожалуйста. Спасибо. Въебывается он тут еще. Более того, Deus Ex 1 я буду проходить полностью. Но я хочу купить ее в Стиме. Я не хочу ебаться с пираткой. Потому что пиратки меня уже просто в край утомили. Чем они тебя утомили? Они утомили тем, что у них, блять, периодически попадаются геймплейные софтлоки. В отличие от лицензии. Как тебе такой аргумент? Да нет. Охуенно, да? И хорошо, расскажи пример. И как часто у тебя он встречается? Пример? Окей, Underground 2. Игра, можно сказать, софтлокается, если ты не ставишь вертикалку. А знаешь, каким образом она софтлокается? А, тебя на обгон берут. Без возможности догнать. Хорошо, да? Это пиратка. Сколько раз, как часто, какой процент у тебя этого происходит? Какой процент? От 30 до 50. Почему я так часто встречался, блин? Потому что, блядь, я про Underground говорю второй, сука, на харде.
пиратка, Карл. Я тебе говорю в процент игр. Процент игр. Вот как часто у тебя во всех... Процент игр. Хорошо. Самый такой вот незначительный баг, который я видел, это... Modern Warfare 3. Это был, по-моему, сам его релиз. Может быть, неделя. Спустя. Какой он там году? 12, по-моему, да? Нет, число нужно. Число. Я считаю, во сколько игр я играл и во сколько я встречал баги. Давай. Сейчас, но для этого мне нужно открыть Steam, потому что те игры, которые я пиратил, потом купил лицензию. Да вообще не говори. I'm bleeding, да, блядь, перестань просто блидить. Это ну, хорошо, давай так, назову приблизительную цифру. В 30 игр, и где-то в 15 я встречал довольно серьезные геймплейные баги. Ну, разной степени серьезности, давай так. А, психа, я тебе так скажу, что ёбка со Steam компенсируется таким сайтом под названием PC Gaming Wiki. Он полностью компенсируется. Нормально. Нормально. Потому что я зарекся просто в пиратки играть, кроме тех игр, которые не будут ни в Steam, ни в Годе. Тогда придется. Ну, Коли, все, удачи. Underground 2 пройти. На харде. Yes. У тебя типа особо инкомы нету, и при этом ты тратишься на вещи, которые можно не тратить. Полекси, держи в курсе. Я говорю, пройдешь Underground 2 на харде, в ту версию, в которую я играл, вот тогда и поговорим. У меня, я просто сейчас пытаюсь вспомнить, в каких играх у меня за все время были баги. Я вспомню, у меня была утечка видеопамяти в Watch Dogs. Но это сложно даже назвать. Я тебе назвал геймплейные баги. Ну я и говорю, я пытаюсь вспомнить геймплейные, но я и даже не могу вспомнить. Ну, значит, тебе везло, мне нет. Я говорю, значит, ты просто не изучил, не слышал. Кстати, блин. Что могу сказать? Стенсом, учись качать репаки, блин. Да. Учись качать репаки. Охуенный совет, блядь. Это как в этом. Это как стримерам дают советы «Стреляй мечи». Просто потрясающе. 5 баллов. Это самый тупейший совет, блядь. Самый правильный совет — просто get good. В смысле, блядь, я качаю самые стабильные репаки, которые только возможно. Механиков я больше не видел. Хатап, к сожалению, почил. Помянем. Качаешь оригинальную версию, потом делаешь, что хочешь. Помянем Стэнсона еще. Ну, опять же, оригинал такой себе. Ты попробуешь найти. На отечественных торрентах, а не на Пальбэй. Ну, да, сори. Ну, молодец, давай мне список посмотрю, где все есть. На торрентах. Угу. Молодец, психа. Вот. Скинь мне ссылку на торрент, где ты вот искал стабильные версии. Тогда я поговорим с тем, что интернет называется. Ой. Понятно все. У меня 3 торрента, в которых я искал. Это тапочек, рутрекер, и вот недавно мне Point напомнил про рутор. Качал, сейчас я даже зайду, посмотрю. Я версию качал. Он качал самую чистую. Кстати, да. Я же качал самую чистую версию Underground 2. Лицензию. Как сказать лицензию? Ну, сидя на таком уже не считается. Тем не менее. Оригинальный установщик, это я помню, как минимум. Потому что я качаю репаки только тогда, когда нету оригинальных установщиков. Чё? Я уже просто... Ну, психа, по поводу все в порядке... Сомнительно, весьма сомнительно. Игра была сломана куху, я не могу понять почему, то ли от взлома, то ли от... ЧЕГО?! А тебя убили, да?
Чё меня палит? Я сижу на ровном месте. Сложно с игрофон. Который мог попутно что-то геймплейн сломать. Чего? А ты без стрима? Какая, блин, тревога? Стрим, блин, в Дискорде лежит. Я, блин, на Good Game Twitch стрим. Я в этой игре даже не могу понять, на что среагировала тревога, если что. Настолько она замечательная. Ну, как бы, хлебушек поставить. Вот стою на ровном месте. Стою на ровном месте. Сейчас бац, тревога. Перед тобой камера какая-то стоит. Она выключена. Тревога могла начаться, потому что кто-то руку нашел, например. Какой труп? Ты, допустим, оставлял тебя? Труп, наверное? Вон труп, вон один лежит, единственный, все. Ой, я не могу. Как хорошо, что стелс-игры меня приучили прятать тела чуть ли не в начале уровня. А, это уже какая-то паранойя, честно говоря. Как хорошо. Это уже реально паранойя, потому что... Я играл спокойно, у меня никто никакие трупы не... В Dishonored просто находишь какую-нибудь комнату, закинул соседнюю. Мусорку в Hitman не закинул. Там... Какой Hitman? Да современный, блин. Начиная, блин, я не знаю, да даже, мне кажется, в Bloodmoney. Здесь патрулируют они все по одному и тому же маршруту ПКД. Обоссаться хоть сигналку успокоилась, Антон, спасибо. Нет. У меня как бы, что первый, что второй Dishonored пройдены без трупов и без тревог. Поэтому как бы, когда я сталкиваюсь с проблемами в Deus Ex, меня это как бы поражает. Блять, сравнивать игру 2000... Стенсет, завали, пожалуйста, лицо, ладно? Я не могу, нет. Ну ты хлебушек, Митик, ну признай это наконец. Я вот такого же мнения. Ты мне каждый раз говоришь то же самое, но при этом ты, блядский лицемер, сам говорит. Я это говорю сейчас Сенсу, потому что мы эту тему уже обсуждали. Я не могу не троллебасить. А как он сюда вообще залез? Как он еще тут оказался? Ой, господи. Ой, я не могу. А я чем психи занимаюсь? Я только и делал, что мне решают проблемы в этой игре. Правда, причина возникновения проблем, как поиск одного батона. Я понял, кстати, единственный батон, от которого я нашел на том чуваке в скамейке, я больше батонов не находил. Ни одного. То есть ты не нашел одну единственную итемчик, блин, в начале локации, ну, чувака на скамейке. Какой-то чувак это писал, кстати, в стиме, типа, я на второй миссии не могу найти батона. Я пропустил его на первой, типа, все, у меня закончился плейран. И все писали, да не, чувак, не парься, типа там. Их можно найти просто по игре дальше. Еще нашли? Дальше. Я так и быть, как бы скину это на косяк ревизии, но проверить не могу. В оригинале, не в оригинале. Какой хер ты вообще ревизию поставил, блядь? Ну не хочу я, блин, в убогую старую игру играть. Тут хоть на плюс-минус цивильнее выглядит. Господи, графодрочер, блядь. Там как бы и локи переделаны, да, и модельки переделаны. Больше локаций, больше контента. Какой... блять, этот мод ничего не добавляет, он подтягивает графику. Ну даже психи говорит, что мне локации переделали. Минимально. Они переделали... Они переделали свет, текстуры. Но что текстур... еще? Да. Ну и все.
А, частицы, эффекты, все. Вон с психи пообсуждайте, пожалуйста. Пусть он вам разъяснит, в чем дело. Мы с тобой, мы говорим, что ты хлебушек. Да я не сомневаюсь, Фолекс. Ты в этом не сомневаешься, но это Фолекс. Ты готов жить, знаешь? Это графодрочер, психа, забей. Игра 2000 года, которая, кстати говоря, чтобы ты понимал, в 90... годом ранее, по-моему, вышел первый Unreal, который Unreal Gold. Она палила компы. От того она была графон... А, простите, двумя годами ранее. В 98-м она вышла. У нее графика была супер потрясающая, просто муа! Конфетка. Ой, блин. Здесь графон ничуть не хуже оригинальный. Но, сори, бывает. Тоже считаешь, что оригинальная версия супер нормально выглядит для своего времени? Так для своего времени я не в 2000 году нахожусь, ребят. Если есть игра та же самая, только лучше, почему не выбрать лучший вариант, алё? Если есть то же самое, только лучше. Я вообще из принципа, если я в какой-то игру первый раз играю, не хотел бы практически не накатывать. Рад за тебя, Стэнсон? Я не привык долбиться в задницу, если можно просто сидеть на стуле ровно. Ну, молодец, только прикол в том, что... Всем прочему, помимо изменения графона, может быть, что-то сломается геймплейно. Это никак не связано, но это может случиться. Стэнсон, если у игры сломалось что-то геймплейно над модом, над которым работали лет 10, и еще потом кучу лет патчили, и еще, блин, над ним комьюнити, то эти бы баги уже давно бы похерили. Это не голый мод, который вышел спустя 10 лет, и на него забили. Его еще потом правили, комьюнити, блин, на него накатывал. И просто здравый смысл подсказывает, что если бы люди настолько запарились, чтобы сделать вот это вот все, то каких-нибудь там пару жалких багов им поправить там одной левой. Да еще патч каких-нибудь энтузиастов, блин, подтянется. Че, хорошо тебе поправили батарейки, которые в оригинале валялись на каждом углу, а сейчас так не валяются? Так все, я их сейчас тоже заваряю. Не, они не валялись только на Статуе Свободы. Здесь они валяются достаточно. А вот батона, нет. Да, вот к батону у меня вопросы, конечно. Я, конечно, давно видел стримы по ревизии конкретно, психа, но, по-моему, реально некоторые модельки, что-то как-то я не такими их запомнил. Ваня, сейчас. Ты же их видел сам лично, ты же видел еще на столе внутри Liberty, там, лежали, блядь, эти батоны прям прям. Чё за батон? А, дубинки, что ли, господи. Hello, Пен. Hello. А что ты мне не сказал? Я только один единственный батон нашел, все. Ты прямо их смотрел, я такой, о, смотри, там батоны на столе лежат. Ты когда бегал по этому Либерти. А, я сейчас, блин, я сейчас без... Это уже в конце без... было, не в начале, в конце было. А, ну в конце, как бы, сори. Нет, и в начале локации надо. Ну ты только что какой аргумент делал? Что их вообще нету. Ну, да. Если ты их не взял... Поликс, пойми, Поликс, я тебе объясняю. Я не увидел, сейчас я без стрима это проверить не могу. В локацию ту возвращаться я не собираюсь. Но вот сейчас вот я их тоже не нахожу. А я уже, блин, перевалил чуваков как грязи. А, по-моему, если у тебя шмотки есть, то они тебе просто еще одну не дают. Да, то ли дело я, блин, с фомками, блин, фомок находил. Я, кстати, если не ошибаюсь... Ты не замечал, когда типа, пистолет у них якобы был? Ты с них не дропал пистолет, ты дропал только патроны, наверное, с них. Потому что пистолет у тебя есть, и вот он тебе как бы типа не дается. То же самое, мне кажется, и с дубинкой. Где с полную херню несешь. Если я правильно помню, кстати, возвращаясь к разговору, который был начат 15 минутами ранее. Насколько я помню, Human Revolution позиционировался как софт трибут. Вот про это я не знаю, Поликс, если честно. Я вот не знал, что в игре, типа, если ты взял итем, то тебе они больше не выпадают. Вот про это я не знал. Ну, тут нету системы продать, типа, итемы. Поэтому тебе не нужна копия. Это, кстати, тоже плохо. Поэтому они не выпадают. Как, типа, где нельзя? Почему нельзя запастись ресурсами там, типа, вот у меня, предположим,
Ну, можно там купить за деньги, но для этого нужно грабить караваны, точнее, банкомат. И то есть, как правило, совмещите не вот. Ой, напомни, у тебя компьютер впервые когда появился? Is someone there? Он не спалил? Понятно, он проигрывает. В 2000 году. Понятно. В принципе, это много объяснит. Потому что у меня появился комп в 2001. Блин, мы с братом всю классику перепрошли. Maybe just a homeless guy. Прошли, точнее, перепроходил я. I guess it's nothing. Начиная от Dell, начиная от Unreal и заканчивая, по-моему, каким-то модом. А, я не могу. Я не могу. Не могу. Чё не можешь? Перепрыгнуть. Не могу залезть вот на эту штуковину. Покажу тебе сейчас. Не надо спрятаться туда. Не могу, не могу просто, видишь, не могу стенсу. Не могу, невидимая стена, блин. Не могу закрыть через домкрат. Через домкрат. Боже. Ты не можешь перепрыгнуть через домкрат, потому что здесь хитбокс уебанский. Да. Ну, так я тебе об этом и говорю. Ну, блядь, игра 2000 года, что ты хочешь, скажи мне, пожалуйста, блядь. Хорошая, более-менее, от хитбокса научились делать сильно позже. Чуть не с выходом второй халфы. Я повыйду уж, от меня уровень раздражения уже кончается просто. Guys got all the tricks. Says I get.
Who's there? I think the law's on us. Все только уничтожить можно, то есть иначе никак. Какую-то диверсию, чтобы он перестал работать. Никак. Нокнуть я их не могу. Взорвать надо. Винтовку. А, я, конечно, попробую на второй этаж залезть. Я сейчас внизу еще посмотрю, но потом наверх полезу. Наверху лестница удобнее. Тут лестница удобнее наверх.
Я понял, кто спровоцировал сигнализацию. У меня вопросов больше нет. К этой игре вопросов больше не имею. Бот? Не я. Не я спровоцировал. Это бот. Бот прошелся по лазерке на похер. И все. В смысле, психи, это вообще ненормально. Вот даже вот. Да, хорошо, я еще готов простить хитбоксы. Хитбоксы я даже прощу, окей. Предположим, они нужны с точки зрения там стелса, чтобы спрятаться там за этой херней. Но прошу прощения, когда бот провоцирует сигнализацию, это уже как бы, ну. Я не могу сказать, это проблема мода или проблема оригинальной игры. Не могу. Вот можно мне, пожалуйста, пруф вот по этим вещам? Нужен пруф, что это реально проблема мода. Что здесь элемент, ну как бы, я не знаю. Я не могу сказать. Сейчас он назад не повернулся. Прикольно. Что? Кто увидел?
Я искренне сомневаюсь, что мне захочется еще за игрой это смотреть. Если я еще продолжу проходить, если я еще, не дай бог, ее пройду. Дай бог пройду. Подозреваешь, что скорее всего с третьего этажа? Что, блядь, просто? Что здесь надо качать на стелс? Расскажите, пожалуйста, что здесь надо качать на стелс? Расскажите. Что здесь надо качать на стелс? Водные снаряжения. И чё? Что мне надо Дентон вкачать, чтобы я убивал, ну, с болта, ваншотил без, ну, не ваншотил, хотя бы, чтобы меня не замечали. Чтобы меня отключались и никто меня не видел. Что мне надо сделать? Что вкачать? Скажи, пожалуйста. Развернется, посмотрит, я ползу, меня спалит чувак с верхнего этажа, да? Что?
верхнего этажа. И как? Вот как? Прошу прощения, но... Как? Вот как? Перец палит, психи, перец палит. Вот сейчас подойдет чувак, ты увидишь. Я пробовал перец. Перец палит. Очень смешно, Дэн. Так, ну хотя бы можно попытаться сейчас. Хотя бы я плюс-минус какие-то вещи. Вообще похер. Он меня палит! Он... Как он меня палит? Как? Вот как? Вот как он меня видит? Как? Как? Тупо чувак, блин, с верхней жопы мира меня видит. Не, я-то бы увидел, я-то не спорю. Но есть такие вещи, как игровые условности. И почему, если вы мне говорите, что ну это игра, ну она старая, ну вот где вот игровая условность? Почему я скидки игре должен делать, а игра мне скидку не дает? Или ничего? Ничего. В смысле? Вы оправдываете косяки игры, которые с точки зрения здравого смысла тупые? Ну нет. А вот когда Пинтика видит, как в реальной жизни, потому что у него голова высвечится, это да, это фурреализм. Опять спали, вообще. Это фуреализм, конечно. Да какая разница? Прячусь, не прячусь. Я сам его не вижу. Он меня видит.
Я еще замечательная вещь. Нет такой прекрасной вещи, как путь врагов. То есть он у них постоянно разный. Ты не можешь даже запомнить паттерн и понять, как тебе пройти. Твою мать. Не, по-хорошему, конечно, надо. А, к слову о реализме. Ты когда взламываешь компьютер на... что я сейчас сохранился, это вот я реально подумал, я сейчас что-нибудь сделаю, и они прибегут просто потому что. И так произошло. Stay cool. He's still around. В том же Human Revolution, Mankind Divided, ты когда взламываешь комп, то у тебя, ну как бы, персонаж поднимается, ему нужно в монитор смотреть, на клавиатуре жамкой, и тебя в этот момент могут спалить. Тут нет. Ну как бы, ну, разработчики это просто не сделали, ну и чё? Ну как бы, это как бы, ну, простительно. Игровая условность, чтобы помочь игроку. Я уже, кстати, взломал? Еще ведь нет, да? Еще нет. Ну, как говорится, помянем. Так, хорошо. Предположим, я это сделал, но наверняка здесь должен быть выход для стелсового прохождения, ведь так ведь? Должен быть какой-то люк, чтобы меня не заметили, чтобы я спокойно ушел. Заперто. О, это хорошо. Это хорошо. Сука, единственная отмычка. Единственная.
Ну, а как я... У меня мультитул есть? Мультитул сейчас проверю, конечно. Закрыто. Я знаю, что можно убежать на крышу. Я просто хочу попробовать, чтобы они просто свалили. Я знаю, что можно убежать, ребят. Я хочу понять поведение врагов. Не можно знать, можно ли как-то сделать так, чтобы они просто меня не спалили в этой ситуации. Вот вы не объясните, вот как? Вот что вот это такое? Скажите, пожалуйста. Something funny about that guy. Боже мой. Хорошо. Перегрев они палят, стекло они палят, газовую гранату в жопе мира палят. Конечно, если взорвалась газовая штуковина где-то там на подворотнях сраного какого-то, блин, непонятного дома, мы побежим на второй этаж в центральное управление этим сраным реактором. Логика игровая просто зашкаливает. Good job, JC. The power
just died at the NSF headquarters. Now it's up to Paul. Go to the roof. A chopper is arriving with Agent Herman on board. He will lock down the warehouse while you take the chopper back to HQ. Открывай. Давай, работай, работай. Я ничего не скажу. Просто умер на ровном месте, непонятно почему. Ребята, может, вы мне скажете, в чем сейчас, что сейчас, от чего я умер? Вот от чего я умер? От чего я умер? Вот скажите, пожалуйста. Вот инфаркт. Это правильный ответ. Это правильный ответ. Достижение про... Кого-то убил. Сынова! А, это может снайпер какой-нибудь издалека? А, вон снайпер, наверное, издалека палит. Birds all wound up. They have a temperament, especially in a crosswind. Let's go.
боже, отвратительный уровень. Просто отвратительно сделанный. Yes. Я вот вчера типа хотел закончить эту миссию и... Стоп. Хорошо, что я вчера сделал паузу и пошел в Overwatch. То есть, что вот это вот пройти. Сейчас хотя бы на силах там... Я уже сейчас просто готов заканчивать играть, если честно. Welcome back. Your mission was a success. Just about the only bright side of the operation, unfortunately. Report to Manderly for a briefing. Короче. Просили меня там восприятие сюжета. Я не знаю, сейчас будете опять ржать. Что там, вначале показывают разговор этого дяди Бобби Пейджа с каким-то чуваком. Надо, что-то нам, что-то надо делать. Точнее, ты там что-то делаешь. Там проблемы с вирусом. А, и оставляет этот вирус, пусть распространяется нам на руку. Вся эта суматоха, у нас там делается какой-то проект. Мы там на заре нового человечества там станем богами, тру-ля-ля-ду-ля-ля. У нас там был первичный проект, он особо, ну, имеет какие-то проблемки. Вот его второй этап, что там завершается, это какой-то такая преамбула такой, я не знаю, пролог для тех, кто там шарит, может, уже прошел игру и так далее. Стартуется там, соответственно, сюжет с того, что в Статуе Свободы засели террорюги. Видимо, вот эти вот, ну, назовем их ополченцы, я не знаю, ополченцы, повстанцы, ну, грубо говоря, революционеры. И что они там у себя держали? Нет, там просто был босс, босс этих революционеров, и он держал у себя там в заложниках, в заточении нашего этого кибернетического солдата. Нам нужно было до него добраться, либо убить, либо поговорить. По-моему, ну, неважно, кстати, по-моему. Я его, он просто у меня спасся. И все. То есть мы этот вопрос решили. Попутно. Ну да, то есть первая миссия — это разобраться с террорюгами на Статуе Свободы. А второй миссии — добраться до вот этой вот базы и отключить ЕМП-поле, чтобы, ну, опять же что? Опять же штурманули базу террористов. То есть мы две миссии выполняли что? Решали проблемы с террористами. Все. Все. Пока что концепт всемирного там порабощения и заговора, он раскрывается только во второстепенных диалогах. По части, когда там затрагивают процентаж там частного предпринимательства и крупного бизнеса, когда там затрагивают... Опять же, эпидемии, когда там затрагивают эпидемии. Ну, там с амброзией, когда мы нашли бочку амброзии для, ну, в общем, для лечения. Мир, да, мир, конечно, повествование через окружение хорошее, достойное, я не спорю. По сюжету у меня пока ничего серьезного нет. Вторая миссия была амброзию отыскать. Но мы выполнили бочку амброзии найти... Вместе с Наварро в замке там где-то. Встреча с Полом не было в Hell Kitchen? Была? Была. Ну а что он там сказал? Он сказал, типа, я там что-то сделал, иди делай ты дальше. Там особо какого-то сюжетной нагрузки эта встреча никакой не имела. Встреча с главой нашей организации тоже сюжетной нагрузки не имела. Я не помню, что он сказал. Ну, а что он там сказал? Что он там сказал? Я не помню. Напомните? А что он там? Напомните, пожалуйста. Поднимать логи по Википедии. Ой, игра улетела. Какая досада.
Ну так, Дентон, вот, вот видишь, я говорю, никакой... Вы мне тут уже начинаете спойлерить? Думаете, что я, блин, не вникаю в сюжет, пока я разговариваю с людьми, которые у меня находятся в Дискорде? Лишь бы так чисто парафлить. Оправдываете игру за невнятные косяки? И когда я реально говорю какие-то объективные вещи, ну это ну, игра старая. Так, все, я закончу. Ой, я сгорел. Кто бы сомневался? A success. Just about the only bright side of the operation, unfortunately. Report to Manderly for a briefing. Алло, братан, мне нужны дротики. Открой дверь. Закрыт на тех обслуживание. Так. Блин, а у меня от этой херни пароли были? Клавиатура системы охраны. Возможно, мне пол давал в самом начале, может быть и нет. А, так я тут был. Чё я несу? Я ж тут был уже. А, ну да, я тут же был. Take you back to the city after you check in with Manderly. They've got some kind of specialist from Washington downstairs. Somebody to interrogate the prisoners. Yeah. The prisoners on level 3 are a sensitive matter. Leave the interrogations to Mr. Simons. You are authorized to receive your orders from Joseph Manderly, after which you will return to the helipad. Simons, you guys from DC? What agency? Please proceed to Manderly's office. We will expect to see you shortly. Не, ну второй ход я по невнимательности и вправду там застыкал. Тут реально my bad. Don't worry about what the guys are saying about Hell's Kitchen. I don't understand. What are you doing? I don't understand what you're doing. А не нужно понимать тебе ничего, братан. Так, чё, есть смысл что-то прокачать? Нет? 1640. Ну, я так понимаю, есть смысл сейчас прокачивать холодное оружие, чтобы мне хоть как-то более-менее дамажить этих засранцев. То они уже начинают не отключаться. Батон считается холодным оружием? Ну, мне кажется, да. Оружие ближнего боя. Дубинки, ножи, метательные ножи, мечи. Чё, дубинки. Окей, окей. Ну, тогда просто, мне кажется, в моем понимании, просто холодное оружие — это все, что режет. В моем понимании тоже, но у игры, как бы, извините, как бы, вот, как написано, так написано. Понял, все, понял. Возможно, в оригинале написано melee weapon, поэтому надеюсь, что это просто ошибка перевода. А это мы Поликса сейчас спросим. Поликс, ты же у нас в английской версии играл, да? Понял? Поликс пока занят. Я говорю, у нас в английской версии Deus Ex написано melee weapons. Оружие ближнего боя. Не знаю, я последний раз играл. Ну мало ли, может ты помнишь. Manderly said he's busy, but to wait outside his office.
Имеешь в виду, где это написано? Night, huh? А, в ветке навыков. Прокачки. Нет, в навыках там как-то по-другому это написано. Типа, надо загуглить. Типа простое оружие или что-то вроде того, примитивное оружие. А как холодное оружие на английском? Просто мили так и есть, ручное, или что? Там он не мили было написано, там по-другому. Лоу-тек? Интересно. Да, лоу-тек, да. Окей. Интересно. Так, сейчас сюжет у меня, я замечу, сейчас я все пересобрал почти в этом районе. I heard about the raid. Don't sweat it. I'm sure Paul had. Как меня попросили не заходить больше в женский туалет? I better make my rounds. I'd like to know what the feds are doing down in the cell block. Да, конечно. Меня уже пожурили за это. Скаль, не заходи больше. Опа. Those jerks from Washington think they own the place. Держит удар. Честно, новости это последнее, чем я хочу заниматься в этой игре. В моем представлении, ну, как бы, дополнительный лор, там новости всякие, кодексы, книжки. Это круто, когда, ну, как бы, ты прям вовлечен в игру и все прям вау. Тебе интересно. Мне вот ни хрена пока не интересно, поэтому не хочу. Ладно, попробую. Блин, провод зарядки телефона запутался, сейчас момент. Представь, что медузу читаешь. Найс рофил!
Еще как бы классный дубликатор ключей. Ты никогда не можешь понять, есть ли у тебя к нему как бы код. То есть реально надо попробовать тыкнуть. Опа. Ну это как бы мой, да. Это понятное дело. А бац, вот как я вот там прошлый. Ну там у Пола, понятное дело, почему открыл. А вот это вот почему я открыл. Ладно. Валяются, да, как бы... Валяется, как бы, типа, значок нано-ключ. Валяется нано-ключ. Окей, а от чего он? Непонятно, ты не можешь понять. У некоторых дверей нет табличек. Ну, то есть, типа, к чему она, эта подвязка? Непонятно. И ты просто открываешь в надежде, что, типа, прокнет. Какие-то в ящиках, какие-то там, да. Но они непонятно от чего. На нем написано просто нано-ключ. Все. А от чего он, как бы... Окей, хорошо. А не фак... И на самой двери не написано, от чего она тоже не всегда. Так, ладно. I think the suits are putting a squeeze on Manderly about this one. Agent Dent, Marvin. In addition to an act, Mr. Carter, can I ask you a question? Certain. I'm getting the impression that UNACO is focused more on military operations than law enforcement. The focus has shifted, Lee, I agree. The only way Anna would have been satisfied is if I'd executed every terrorist in town. Ну так и... Это нормально, Дентон? Civilized. That's the word. I guess I was expecting a little more class from the world's anti-terrorist organization. We just have to strike a balance. Why don't I throw in an extra clip with those multitudes? I trust you will be able to judge what or the other is appropriate for achieving mission objectives. I can't carry anything else right now. Hold on. Можно модельку поменять, если что. Дентону. Listen to what they're saying about the shootout in the park and Hell's Kitchen. You had other priorities. Mm-hmm.
Ну, тут как бы я уже понимаю, что, учитывая, как игра замечательно помогает мне со стелсом, надо забить на производимый шум, просто очень медленно самому двигаться. И качнуть повышение скорости. You might talk to my friend. He's a little down. I took a few hits tonight. The doc had to operate. We'll get well soon, soldier. Yes, sir. I will. Подбодрил. Проверяй. Thanks for talking to my friend. He admires you. Looks pretty bad down here. Keeps getting worse, too. It must be raining bullets out there. The NSF aren't kidding around. How you holding up? Fine. I lost one of the privates because a refrigeration unit went down. That's always hard. You've got a lot on your hands. Don't beat yourself up over faulty equipment. By the way, we aren't in such shambles that we can't spare a few medkits. Check the storage closet. Years of training and you're still all thumbs. Сенсом полегче, 45 минут в овер пойдете? Ты психик, кстати, тоже можешь. Блин, я же ее взламывал, опять ее вводить. Ой, в два раза взламывал. Не, прошу. Я это взламывал, я это уже там был. Зачем? Зачем опять мне вводить, искать пароль, алло? Серверный или в медицинской? Я в медицинской. Где я нахожусь? Самое выпуклое место типа здесь. Thank you.
серверная. Ну как, Стэн... Ой, Дентон. I think the suits are putting the squeeze on Manderly about this one. Я не знаю, меня просто ребята водят, пытаются что-то убедить, тут какой-то вход.
Я не в обучении потерялся, они мне говорят, тут какой-то, блин, ход в ПАУ есть. Отлично. Я виноват, что ли, Драгерен? Я что ли виноват? Блин, можно... Правда, что ли? Вот, токсичный рофлер. Ага. Руки позорны среди нас, ага. Нитрет, пинтик, ё-моё, человек без колонки. Ненавижу, блин, эстонцев. О, это мой любимый, да. Блин. Ненавижу, блин, эстонцев, да. Страшный человек. Сборная кибератлетов, это да, было. Не так уж и много. Надо мейн восстановить будет. Займусь, может, на днях. Займись собой, Кити. И своим скиллом. Фейки я хрен... Я хрена с два, что с фейками сделаю? Блин, у меня батарея разряжается, ё-моё. Тут нет прохода. Жаль. Две дырки в ПАУ я искал, ну, потому что я особо не искал. В ПАУ летал, о, господи. Две дырки в ПАУ я искал долго по той причине, что ты мне сказал в самом начале их искать. Я даже не думал, во-первых, о том, чтобы надо шерстить вообще все.
В районе картин, да, я даже не думал искать. У меня уже кроет эта игра изрядно. Ладно, все, я все уже сделал, но Мандрель доложить и текать. They told us to hang tight. Objectives remain, apparently. Утрево. Good to have you back. Там медичка. I was here first. Mr. Manderley is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing. Do not worry, we are satisfied. But I will mention in my report that you mistake yourself for a man of steel. You'll have to wait a minute. Mr. Manderley is busy. Отлично, еще минутку подожди. Окошко открою. Душно стало от этой игры. О боже. А че я в нее полез, бля? Оликс! Оликс! Да? Не хочешь фаервотч? Тут как раз Мария с Академией вышла. Я буду через 35 минут готов. Я с пинтом не пойду. Да почему? Не знаю, что Академу понравилось не идти с пинтом, я подумал, я думал, может, это выск... Меня вдруг пришло озарение, Пинтик, спасибо, что ты мне сам его открыл. Драгерен, не просто 2 часа было, я вчера еще часов 5 стримил только в Дискорде, не на стриме. Ой. Короче, погнали наверх пока. Carry on, agent. I cannot wait forever. He will see you when he's ready. Hello, JC. Come in. Clerical task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and warehouse objectives, 500 each. You get the full 1,000 plus 200 for how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. Good work across the board. Там автосейв, скорее всего. Who is that you were meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. I would have taken out that JoJo punk, but he wasn't even in the warehouse. Never mind that. He slipped out before you even got to New York. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing. And he's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the strike force says he lost his nerve. I think he was trying to avoid casualties. In Hell's Kitchen, instead of clips for the troops, he was issuing tear gas. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that shipment. Has it been located? Take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways, the abandoned parts of the infrastructure. Subways. And stay away from the press this time, especially the tabloids. Do I need to quote the manual? Secrets are lives? Yes, sir. I have been waiting for 20 minutes. И зачем мне надо было тут сейвиться? What is it? I would like to be reassigned to Agent Herman. Ну зачем мне надо было тут сейвиться, скажите, пожалуйста? Let's not be hasty. Our pilot Jock is waiting for you at the helipad. Ну и все? Thank you.
You have your orders for Mr. Manderly. If you see your brother, send him my way. He didn't... I'd like to know what the feds are doing down in the south. Hope this one turns out a little better. Ой-ой-ой! Как мне игра просто прям... Your chopper's ready, agent. You may use the helicopter, Mr. I better make my rounds. Let's go. Let's go. А, классно они, конечно, расположили базу прям под носом у террорюк. Ну, которые захватили там. Ну, первая миссия, которая... Dropping you in Battery Park. We know the NSF were moving material through here at one point. Seems like a good place to start looking. Что-то нанять. О, пацана можно покормить, сходить. А, ну все, пацана уже и нет. А как прицелиться? А, средняя кнопка мыши, ну да, классика же, старая игра. Ну, пацан, и нет пацана. У него на душе весна. И шапку дал, и рюмку до дна. I think we scared him off. А ща, блин, круги наворачиваю. Вот там вроде. Хоп. Ждем. Наверное, ищу, а наверное, нет. Не знаю. Аптечка. Дентон, это не та игра, где мне нравится лутаться. Вот в Human Revolution я залутал вообще все в хлам. Здесь у меня нет желания никого, блин, лутингом заниматься. Нет. Я занимаюсь досконально... Если что, что Dishonored 1, что Dishonored 2, что Prey, что Mankind Divided, что Human Revolution, что, блин, все три Mass Effect'а. Господи, кучу игр, я, блин, у меня... Господи, Ведьмак третий даже. Второй Ведьмак.
я утал просто в хлам. Ну, просто, блин, каждую, блин, подзалупную херню. Ну, за исключением там каких-нибудь всех вопросов на скеллиге, которые, ну, я знал, что содержит вопросик, но если он меня не устраивал там какой-нибудь, ну, я его не утал. Но если мне игра не нравится, зачем мне заниматься утанием? Я тоже не понимаю. Ну, нет смысла утать. Я не чувствую от этого, что мне прям будет польза. В смысле, не доехать, что ли? Аэродром, куда переправил Амброзию? Ооо, аэродром искать, твою мать. Не, я подумаю, я выключу. А что? Не, ребят. О, пацан, покормить. А, я тебя не покормлю, сори. Не, я могу выключить, меня не... Драгерен, я если захочу, я перестану играть. Я забил на 2 года на Skyrim. И, по-моему, на 1 год на Prey. Так что, без проблем. Аэродром, найди аэродром. Я же в метро не могу спуститься, ну... А, ну я могу люки там типа полутать, но я ж там уже бывал. Ладно, опять полезем. Не, ну я к Скайриму потом вернулся, и к Прею тоже вернулся, так что... Поезд зайди. Так я там поезд пытался зайти 2 раза. Он просто дзинь-дзинь дает. Сейчас еще раз. Я просто ездил уже на этом поезде. Нам вроде, чтобы начать ехать в поезде, надо как бы нажать кнопочку. Или я, ну, как бы, додик. Вот! Дента, ты меня вообще прям за дурака абсолютного считаешь, да? Я не дурак. Открыл тебе Америку. Потушите мою жопу. Какая панель управления? Дентон, сколько раз мне надо на нее жмак? Я же раз 10 жмакнул на нее до этого, и сейчас еще 10-ку тебе нажимаю. Ребята меня прям совсем за дурака считают.
Хороший аэродром. Я не знаю, я тут уже лазал в прошлый раз. Я знаю, что я был в кабинке. Но просто есть ли другой вариант? Я это видел. А другой вариант есть? Может, мне пароль дали то есть если у меня не... А как я могу туда попасть, если у меня нет мультитула? Как я могу туда попасть, если у меня нет мультитула? Скажите мне, пожалуйста. Вот нет у меня мультитула. Найди, купи код. Умные. Я утаю актив. Господи. Знаете, я просто я знаю, где находится этот код. Даже я знаю код Underworld из домиков. Оказавшись в городе, сразу бегите входу подземку, но пока не заходите, а тихо и мирно в одном из домиков на дичь. Чё? У меня есть, я знаю это слово. Thanks again for the key. It wasn't a favor. I'm a real patriot. I see it like this. It all balances out. UNATCO is just as much gun freaks. The goal of UNATCO is not cop. I know an army when I see one. Look, I'll be blunt. Got any cash? There's a secret passage behind that phone booth over there. For 500, I'll tell you where to get the code.
not interested. В смысле, not interested? We think they're loading the Ambrose. Nothing I can pull out of. I don't know who else it could be. Since when is LaGuardia? City had some debts a few years back. There's always a buyer. Who does he buy off? People lower down. And you poop. How about that phone call? В смысле, не интересует? I'm not interested. В смысле? Нет варианта. Опять, наверное, ревизия виноват. Не, ну баг. Может быть, просто баг квесток. Бывает такое. У психи, видимо, что не баг, ну что не хрень, то это мод виноват. А игра идеальная, видимо. Нет. Да, Трояна, наверное. Какой? Психи, вот не говори мне, пожалуйста, читер, когда у меня забаговалась игра. Не говори этого, пожалуйста. Забери слова обратно, ладно? Not on your map, not on your map, так not on your map. Открывается. Перчик.
И нихера. I'm looking for more information on. Are you the feds? I work for UNAT. Well, the NSF come through here, but they don't bother us. Tough break. You... The city don't know. I don't have much time. I would open the valve myself, but there was a cave clearing a tunnel. It could be done. A lamb would do the trick. It's just that I'm not gonna be the. I tried to clear a path to the door, but I'm not worth a nickel anymore. Спасибо за информацию, Дентон. Еще играя, болтай с народом и утай, наверное, да? Так правильнее будет. Я выполняю второстепенки. What you need, bro? Vials of 250. What do you know about a gang called the Rooks? Gang? Who calls them a gang? Just what I heard. Bunch of pussy cats. I come within 50 yards. They scatter. Seems that other people aren't so lucky. Always talking big, trying to be players. The junkies found a box of lambs the other day. Now El Rey puts on the show of being an arms dealer. The junkies. Спасибо за совет, Драгерин. Я просто не знал о нем. Даже не мог предположить. Tell me what you've good neighbors. You want to set a price? I'm a good neighbor. Maybe later. Come on, bro. I'm with you, Natco. I ain't going back. Let's try some word association. Bitch, I ain't going back to jail. I heard. Gotcha. That's right, man. Step up. That got him. Удачно я сохранился. А хорошо, что есть чатик. Поможет, подскажет, поддержит. Главное, поддержит. Не поможет, не подскажет, а поддержит. О, потушите мою жопу. Hi, honey. I don't handle the money. Talk to Charlie. А где Чарли? Меня штырит, пацана. Пацан, нет пацана. Воды нет, печаль. Бля, какие же двери большие. The doctors in that clinic. Oh my God. Leave me alone. I'm gonna kill Rock. You have a problem? Get out. I got a bomb. A bomb's a bad choice for close range combat. Might as well use it. Rock says I owe him. He won't even give me one vial for it. What kind of bomb? I think they said it was called a lamb. Suppose I could part with a vial of Zyme if you'll give me the lamb. You got some? Really? Yeah. Let's see the lamb. Take it, man. Whatever. Where's the Zyme? Hope it lasts. I'm looking for the mole people. You don't want to camp with them. Trust me, they're too political. I don't need a place to camp. I started the mole people. I was there first. And then they made up. How do I find them? Don't bother. They're
It stinks down there anyway. У кого страшная морда? Псих. Нормально, в сравнении-то с оригинальной. Ты оригинальную-то кинь? Она вообще такая приплюснутая, как поев пельменей. Вот скиньте оригинальную. Оригинальную скиньте. Вот, я говорю, блин, просто лицо нормальное, худое, обычное. Против, блин, жирной, блин, плоской ряхи. Надо сюда идти. Ну, а мне другая нравится. Вам одна ряха нравится, мне другая. Чё вы мою-то ряху оскорбляете? The water line should be open now. Good. Glad to see you, UNET. Now, can you tell me about the NSF? How do I get there? Go to the women's restroom on the other side of the station. Look for a keypad. Great. I'm glad. Oh yeah. Так, ну женскую уборную еще разберемся. А, наверх. Hola, bro. What hola, is it? Bro. Hello, hello. On territory now. Just so you know. You call yourselves rooks? That's right. Up here, it's business. You want to do business? Talk to El Rey. I'll keep that in mind. А ничего, что ряха из ревизии больше похожа на ряху из обложки, не то что реальное лицо. What's up? Just take it easy, bro. Back off. You want business? Talk to El Rey. Окей, окей. Кп.
О, господи. Давай. Твою мать. Вот, потом. You wanna talk to Эл Рэй? That's cool. The doctors in that clinic, they ain't worth 5 credit. No one up here is looking for a fight. El Rey runs the show. We're gonna be special forces for the NSF if they give us some chits. Hey, bro, what's with the get up? Charlie says you sell explosives. Yeah? Charlie should mind his own business. How much? Whoa, 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 whoa. We ain't talking firecrackers, huh? How much? I got a lamp. You know, pretty steep for secondhand. Either that or you work for it. I'll take out the dealer's name's Rock. Толкач. Nurse knew I was sick. She just... Rock's the name, guy. Maybe later. What is this? Mostly underground, but we about to spread out. I got rid of the dealer down. Unconscious? You deaf? I said I want homeboy dead. You gonna survive on the street, bro. I used as much force as the situation required. Take it easy. We work it out. I get one of my boys to finish the hit. Good enough? That guy? He's been in... I've got the plague. Ну, плэг и плэг. Что поделать? You can stick around. Long as you have legitimate business. All this, as far as you can see. All this, as far as you can see.
Короче, я сейчас бегу к женскому туалету, там сохраняюсь и все. Или продолжить? Давайте глянем просто, что впереди. Ой, все, хватит. Я, спасибо. Завтра вечерком. Ой, и как раз ошибочка в конце. Продолжим завтра. А это сложный уровень, Дентон. Это сложный уровень. Все, завтра вернусь. Продолжим.